Всем большой привет, друзья! Поехал в лес на тракторе за дровами. Даже видео не планировал снимать, но здесь такая красота в лесу. Снегопад прошел. Прям красотища. Вот решил я тут маленько поснимать. В общем, поехал в лес. Тут на меня, смотрю, кто-то уже проехал, охотники видно. Хороший снегопад такой прошел. Вот, едем в лес. Вернее, уже мы в лесу. Я. Потихоньку продвигаюсь к своей делянке. МТЗ-80 у меня на цепях. Так-то вроде бы иду нормально. Нигде пока не застрял ни в один подъем. Такой вот зимний лес. Все, я на месте. Красота в лесу. Тишина, ни ветерка нет. Опять у меня тут гости были. Лосяры. Тык-тык-тык-тык-тык. Следочки. Только снег вот выпал. Недавно ходили. О, красота. Продолжаю заготовку дров, вытаскиваю вот тут по березине, туда вон, на площадку. Вот это вот хорошая, толстая березина. Вот вытаскиваю туда, там у меня такой небольшой склад. Ну вот, друзья, поработал я в лесу. Неплохо. На газоне приеду потом за лесом. Я там напилил. Ну и с собой взял 3 березины попутно, чтобы пустому не ехать. Много не цепляю, потому что болото под снегом там местами. Вот 3 таких взял. А потом приеду на газоне, там все заберу. Вот такие дела. Отправляюсь домой. Уже все. Темнеть начинает. Смеркалось. Отправляюсь домой. Снегопад пошел. Прорываемся сквозь лес.
снегопад расходится, еще сильнее пошел снег. Ну ничего, я уже скоро из леса выйду. Ух ты, кидает как. А там уже и до дома недалеко. Ух, какой хороший снегопад пошел. Деревни не видно. Спускаюсь с крутого спуска. Ледок, ледок. Я еду быстрее, чем колеса крутятся. О, вот сейчас вот нормально. А то прям тащит. Кидает. Ну вот, мы почти дома. Немного, и мы на месте. Все, я на месте. Мои дрова, березы, все на месте. Сливаю воду, мороз обещают. А тосол я не использую. Не вижу смысла в таком тракторе использовать тосол. Сливаем. В общем, съездил удачно. Буран начался. Ну, сейчас вот здесь вот уже как-то потише. А я там ехал наверху. Там прямо яй. И снегопад, и буран, и ветрище. В общем, все. Вон барбосик бегает, встречает. Барбосик. Вот он, барбосик. Тоже он ждал тут, когда я приеду. Но у меня ничего нет. Нет ничего. В общем, все. Прибыли. Ну, друзья, что я вам скажу. Крепкого здоровья вам. Всего самого хорошего в делах. Удачи и до встречи.